Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами я, Роман, и сейчас будет обзор на вот такую вот пасту. Здесь написано Мара снежный краб, масса нетто 150 грамм в классическом соусе. Рыбное кулинарное изделие, крабовое мясо, имитация из сурими. Соусы на основе растительных масел пастеризованы. Снежный краб в классическом соусе. Состав следующий. Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное. Далее идет мясо, крабовая имитация. Фарш рыбный, сурими. Желтополосая сардинелла. Малоголовый лептуракан. Влагоудерживающий агент, полифосфаты, вода питьевая. Крахмал пшеничный, крахмал кукурузный. Масса растительная, крахмалофосфат, каргинал, белок, соевый соль, сахар, краситель кармины, экстракт паприки, диоксид титана, ароматизатор усилитель вкуса, ароматизатор хлопломат на 3 замещенный, гуанилат натрия 2 замещенный, 5, инозинат натрия 2 замещенного, вода питьевая, сахар, сухой яичный желток, соль, загуститель, крахмалофосфат, ацетилированный. Так. Концентрация выращенного белка, усилитель вкус, аромат глутат, замещенный ароматизатор, содержит ракообразный. Вариатор кислотности, уксусная кислота, ледяная. Продукт может содержать глютены, следы глютена, горчица, сидерея, кунжута. В общем, много всего здесь. Как видим, изготовитель ООО ТД «Балтийский берег». Россия, город Санкт-Петербург, улица Минеральная, дробь 29. «Балтийский берег», ну, довольно-таки неплохая компания. Вот, ну что ж, вот уже хлебушек я тут подготовил. Давайте сейчас откроем ее. Я вам покажу, как оно выглядит. Вот, со стороны. Сразу скажу. Вот. Покажу вам. Цена составляет ее 119 рублей за 150 грамм. Ну вот, так. Ну, давайте ж пробовать. Я тут уже ел до этого немножко. Вот. Давайте намажем на хлебушек черный. Я люблю есть такие вещи с хлебом. Либо с булочками. Ну, бывает, булочки тоже я люблю очень сильно. Во, во, бутерброд, бутерброд. Сейчас нарежу, сейчас бутербродик, вот. Вот, сейчас кушать буду. Вот, ребят, ну что, давайте пробую я его. С чесноком. Вкусно. Вкусно. Довольно-таки неплохо сделано. Да, вкусно. Ставлю ему 5 баллов. Смотрите, ребят. Очень насыщенный и сбалансированный вкус. Отличный прям. Мне понравился. Все, всем пока.